идти здесь и туда попадешь. Наверх. Вот. Прямо. А. Юба. Ау. Мы пойдем наверх? Нет. Мы пойдем вот по этой дороге. Приехали мы на Малахов курган. Но не знаю, не знаю. Только с нашими ногами. Ну, сейчас посмотрим. Может, не так страшен черт, как его малюют. Да, Егорка. Все в бетоне. Так что, мои дорогие, времени у меня вообще нет. Внуки, поездки, хождения отнимают все время. Я даже вчера единственное утром, пока все спали, посмотрела влог Любаши Саранчи. Девчонки, прям разревелась. Она так меня там хвалила. Ой, прям такие слова говорила, что я прям, да. Привет тебе, Любашечка, из Севастополя. Огромный-огромный. Спасибо тебе, дорогая моя, за такое твое отношение теплое ко мне. Ой, водичка поливается, травка. Ухожено так, все хорошо, пострижено. Жарко. Когда мы туда дойдем, идем. Не сидится нам дома. Ой. Мало балаклавы. Нет, поехали еще на Малахов курган. Жарко. 24 градуса. Прям жарко. И тяжело идти наверх. Уже и руки, и ноги трясутся. Ой, путешественники. Пушки. Противоштурмовая батарея. Орудие середины 19 века. Ну, война-то была аж в 1854, что ли, году. Когда тут и турки, и французы, и кого тут только не было, воевали. Оборонительная башня. Огонь вечный. Угу, вечный огонь горит. Вот, видимо, оставили кусочек окопов. Вот
Вот как они закрывались, корзины, а там мешки с песком да с камушками. Вот написано «Батарея Синявина», 1854-55. Город видно. Ирина Александровна, мы уже залезем. Пушка упадет. Это памятник Корнилову. Моя девичья фамилия тоже Корнилова. Большой какой. Деревья закрывают. Вон и море видно. О, это прям центр. Форт Константиновский. Вон он там. Мы прям... Там прям площадь Нахимова, в ту сторону. Были бы деревья пониже, но было бы вообще все прям видно вокруг. Такой крест из ядер из этих сделали. Ну ладно, мы сделали это. Поднялись наверх, сейчас пойдем вниз потихоньку. Сирени сколько. Да, вон он, центр-то недалеко совсем. Объезжали на этом... На маршрутке ехали. Неудобства. Сейчас посмотрим, работают, не работают. Открыто. Вот такие вот. Средняя школа номер 60. МЧС России. Курсанты. Они... Много по городу ходят таких ребят в оранжевых беретках.